Во Владивостоке состоялось памятное мероприятие в честь дня полного снятия блокады Ленинграда. В память о погибших в тяжелые военные годы возложили цветы у мемориала «Боевая слава Тихоокеанского флота». Героическая оборона города на Неве длилась 872 дня и завершилась ровно 78 лет назад. Во Владивостоке отдать дань уважения погибшим прибыли губернатор Приморья Олег Кожемяка, глава города Константин Шестаков, председатель Думы Владивостока Андрей Брик, ветераны, бывшие жители блокадного Ленинграда, курсанты, воспитанники патриотических клубов. Среди владивостокцев тоже есть люди, которые пережили суровое время блокады Ленинграда. Некоторые из них были еще детьми, когда город был взят в окружение. Но воспоминания об этом они пронесли через всю жизнь. Для меня это боль сердечная. Все это, что завоевано трудом, это завоевано кровью, это завоевано жизнью моего поколения. Ну вот мне как... Дитё войны, потерявшего своего отца на войне, совсем оставшись маленьким ребенком, считаю, что, ну как вы думаете, это самое главное, чтобы это было не забыто, пока хотя бы пока мы живы. Потому что нам это очень дорого. Ведь все плакали, стояли, плакали, мое поколение. Обязательно проводите. Обязательно нужно, чтобы мы чаще встречались со школьниками, что мы и делаем. Но вот на период пандемии мы как-то вот это прекратили. Дети должны знать нашу историю и ту историю, где была страшная война. Она не проходит. Это из памяти никогда. Вот так думаю, что это необходимо. Память о погибших жителях Ленинграда почтили минутой молчания. Екатерина Зверева, новости на Восьмом.